Если вам нравятся мои разборы, то вы можете поддержать канал материально. Вся информация в инфобоксе под видео. Также там найдете информацию о разборе композиции Tobias Raucher Colors. Первая фраза. Прижимаем пятую и четвертую струну указательным пальцем на втором ладу. То есть ставим баре на две струны на втором ладу. При этом заглушаем третью струну. Шестую можно глушить, можно не глушить. Играем сверху. Далее скользим, не убирая давление, до девятого лада. После этого добавляем на пятую струну на десятый лад средний палец. И играем сверху, сверху, снизу, сверху. Далее играем сверху. После этого мы приподнимаем пальцы и переезжаем по пятой струне до девятого лада, баре переезжаем до седьмого лада, по пятой и четвертой струне. И в этот момент, когда мы переезжаем, мы играем сверху по приглушенным струнам. Далее играем сверху, после этого переезжаем через лад, то есть указательный на пятый, безымянный на седьмой. И в этот момент, когда мы переезжаем, снова играем сверху. Переехали, играем. Первая фраза с самого начала. Вторая фраза. В первой фразе мы остановились на том, что прижимали пятую и четвертую струну на пятом ладу и на седьмом ладу пятую струну безымянным пальцем. Приподнимаем слегка пальцы, переезжаем через лад по пятой струне до девятого, баре на седьмой лад. Играем снизу, сверху. Далее мы играем по заглушенным струнам сверху, снизу. И в этот момент, когда мы глушим струны, мы переезжаем баре на четвертый лад, указательный палец, по пятой и четвертой струне. Пятую струну прижимаем средним пальцем на пятом ладу. Далее играем два раза сверху. Далее играем сверху, снизу, сверху. Далее бьем безымянным пальцем по четвертой струне, по пятому ладу. Далее играем два раза сверху. Идем дальше. Безымянный палец оставляем на четвертой струне на пятом ладу. Убираем средний и указательный палец. Ставим баре на третьем ладу, на пятую и четвертую струну указательным пальцем. Играем сверху три раза. Далее играем сверху, снизу. Идем дальше. Поднимаем все пальцы, играем сверху, снизу. По открытым струнам. Вторая фраза с самого начала. Первая, вторая фраза вместе. Всего первую и вторую фразу мы повторяем 4 раза. После того, как мы проиграли 2 фразы 4 раза, в конце завершаем композицию. Прижимаем пятую струну на седьмом ладу и четвертую струну на четвертом ладу. Мизинцем и указательным пальцем. Играем поочередно 6, 5, 4, 3, 2, 3, 4, 5. Далее проводим по струнам. Thank you.
забываем ставить лайки и подписываться на канал, нажимая на колокольчик, чтобы не пропустить мои следующие видео. С вами был Иван. До встречи в следующих уроках.